Сейчас мой коллега коротко расскажет о других событиях, заслуживающих внимания. Программу долгосрочных сбережений для граждан планируют развивать в Сахалинской области. Это проект, участники которого копят деньги, получая от государства софинансирование и налоговые вычеты. Перспективы и продвижение системы обсудили в правительстве региона. Там сообщили, что жители островов заключили уже более 3000 договоров ПДС. В областном центре для асфальтирования по полосам перекрыли движение на улице Горького. Работы обещают закончить до вечера воскресенья. Кроме того, из-за ремонта теплотрасс на выходные будет закрыт проезд по перекрестку улиц Чехова и Асахикава, а также по улице 30 лет Победы в Новоалександровске. Ну а с утра понедельника введут ограничения на перекрестке улиц Горнолыжной и Горького. Они продлятся до 31 июля. Третий за лето уличный фестиваль прошел в Южно-Сахалинске. В сквере Есенина гостей встречали выступления местных музыкантов, дефиле косплееров, активные игры, аквагрим и фотозона. Такие мероприятия до наступления холодов проведут в городе еще дважды – в августе и сентябре. В регионе продолжается регистрация на триатлон «Айрон Сах». Марафон традиционно проходит в конце августа в санатории «Лесное озеро» и селе Охотское. Участниками впервые смогут стать все желающие старше 7 лет. Взрослых ждут 6 дистанций, включающих плавание, велогонку и бег. Для детей водную часть соревнований исключили.